Ребята, всем привет, с вами RosVGame. Сегодня у нас FIFA 21. Будет у нас сегодня карьерка за Ювентус. Извиняюсь, что несколько дней не было видосов по FIFA. Делал там другие стримы по играм. Если вам интересно, можете заскочить там в мои видюшки. Там очень много интересных игр, которые я стримил на компьютере, там и по киберпанку. Такую прикольную видюшку сделал, там survival horror и такая про мафию игрушка была. Очень интересные игры, поэтому, ребята, очень бы хотелось, чтобы вы и туда заскочили и посмотрели те видосы. Старался всячески для вас сделать крутой контент. Все, сейчас давайте начинаем. Так, команды у нас на поле. Первым идет Криштиану Роналду, за ним Погба. Это лучшие игроки нашей команды. Так, игроки Барселоны, Фрэнки де Йонг, Бускетс тут. Все в официальных костюмчиках. Там сзади Пике виднеется. Все, мы переносимся на матч. Играем мы дома. Матч Лиги Чемпионов против Барселоны. Мы в товарищеских матчах уже с Барселоной играли. Один матч проиграли, один матч выиграли. Но там был тоже второй матч очень тяжелый. Надеюсь, сегодня без проблем каких-либо будет у нас. Так, звучит гимн Лиги Чемпионов. Делихт на ваших экранах. Все, помчали. Так, Куадрадо на фланге. Навес. У, вот это ошибка. Ошибка игроков Барселоны. В дополнительное время забиваю. Лаутаро Мартинес. Наказали, наказали игроков Барселоны. Так, давайте повторчик посмотрим. Так, Куадрадо делает навес. Игроки Барселоны здесь не разобрались. Серджио Роберто допустил ошибку. А Лаутаро Мартинес уже не простил здесь. Так, отлично. Отлично. Первый гол в матче. Лаутаро Мартинес, 21 номер, 45 минута. Первый гол в Лиге Чемпионов. Дополнительное время забивает наш игрок. 2-0. Криштиану Роналду забивает. Забивает Криштиану Роналду. Всех. И Терштегена, и Бускетса всех перепрыгнул. Пике даже связываться с ним не стал. 7 номер. Криштиану Роналду. 89 минута. Первый гол в Лиге Чемпионов. 2-0. Выиграли Барселону. Отомстили за те два матча, которые у нас были. Хороший матч. 2-0. Наши лидеры забили. Так, значит, у нас матч против Лацио. Красивая реклама стадиона, на котором мы сегодня будем играть. Болельщики уже на поле. Показывают, как они тут проходят через эту какую-то бомжатскую проходную. Так, играем, значит, на стадионе Лацио. Какая у них там красивая вывеска. Так, значит, серия А у нас. Пока мы ни одного матча не проиграли, команды слушают гимн. Милинковича Савича тут показывают полным планом. Все, начинаем матч, поехали. Давай, таскаем, таскаем по флангу. Ой-ой. Опасно, бля, Бафонище пропускает мяч. Раз, Сергей Милинкович Савич забивает наши ворота. Да, причем без каких-либо усилий. Давайте посмотрим повторчик. Ну, Бафон бывает, ничего страшного. Да, здесь Делихта он, оттолкнул, можно сказать. И все, и легкой, такой, блин, легким ударом с правой забивает. Милинкович Савич, первый гол серии А, 21 минута. Так, здесь у нас что, Дешильо сыграл. Так, Дибала, Бернардески, побежал, 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 пас. Лаутаро Мартинес бежит, бежит. Давай, 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 братан. Отлично. 1-1. 1-1. В первом тайме мы сравняли счет. Наш лидер красавчик. Красавчик наш лидер. Так, давайте посмотрим повторчик.
Ну да, здесь он прям четко убежал. В последнем моменте я уже думал, здесь все, вратарь закроет его. Стракоша здесь не поймал нашего нападающего. А, он еще и встал. Он даже не стал на него набегать. Так, Лаутаро Мартинес, 43-я минута, 21 номер, забивает 8-й гол в серии А. 8-й. Мартинес. Так, ой-ой-ой, свободной зоны нельзя. Да, пропустили, мы пропустили. Корея забивает. 2-1. Смотрим повторчик здесь. Вообще продавили опять Делихта. Да, 2-1 проигрываем, 67-я минута, 11-й номер, забивает 5-й гол в серии А. Да, 2-1, Лацио выиграл в этом матче. Получше они, чем мы играли. Ну что, ребята, долгожданный стрим сегодня состоялся. Давненько не стримили. Поиграли мы за Ювентус. Сегодня сыграли два матча. Были два крутых матча, в которых были крутые голы. Надеюсь, вам понравилось. И здесь стоит поставить свой королевский лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите свои крутые комментарии. Мои подписчики самые лучшие. Ребята, знаете, вы самые лучшие.